Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре снова SSD от компании CBR, и это серия Extra, но уже объем 512 гигабайт. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей цене, ссылочку оставлю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте, и если все понравится в обзоре, можете покупать. Огромное спасибо вам, мои зрители, вам, мои подписчики, которые смотрят мои обзоры и участвуют в сборах на покупку SSD для обзора. Этот SSD не исключение. Всю сумму мы на него собрали в группе ВК, и этот SSD уже разыгран. Хотите также, переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все правила, участвуйте и выигрывайте SSD. Не так давно был на канале обзор CBR Extra объем 256 гигабайт, и вот что-то мне он не очень понравился. Ну и, конечно же, надо сделать обзор на версию 512. Ну а для тех, кто не смотрел предыдущий обзор, обязательно посмотрите. Данный SSD примечателен тем, что он у нас поставляется на контроллере от Phison, это S12, и значит он должен, и значит он может показать что-то очень хорошее, очень интересное нам с вами. Также этот SSD мне порекомендовал подписчик купить, и он сказал, что такие SSD они закупают для государственных учреждений. Якобы здесь все хорошо, все красиво. Заявлено 550 на чтение, 530 на запись. У нас ресурс здесь 600 терабайт. Но почему-то всего 2 года гарантии. Хотя начинка здесь хорошая, и я думаю, можно было ставить смело 5 лет. Что касается чипов памяти 3D TLC, какие, непонятно. На прошлом SSD это были Toshiba BX5 112-слойные. Что же касается здесь, я думаю, то же самое. Ну и здесь у нас, конечно же, есть DRAM чип. И он у нас объем 256 мегабайт. Так что давайте подключать наш SSD и переходить к тестам. Итак, SSD CBR Extra объем 512 гигабайт установлен. Переходим в управление дисками. Нам нужно его инициализировать. Далее нам необходимо его отформатировать. Делаем это файловую систему NTFS. Ждем завершения. Чистый объем у нас 476,92 гигабайта. Закрываем все, что здесь у нас открылось. Закрываем, запускаем Crystal Disk Info и смотрим. Смарт-параметров у нас немного. Здесь у нас контроллер Phison, мы с вами это знаем. Вот он, наш накопитель. Название зашито просто как SATA SSD 512 гигабайт. Хосты чтения записи 0 гигабайт. Ничего не было записано, всего 3 включения. Общее время работы 0 часов. Перед нами абсолютно новенький SSD. При этом температура у нас пока всего 26 градусов. А комнатная температура в данный момент 29 градусов. Да, жаришка. Для контроля за температурой запустим CPU-ID хардовый монитор. Свернем все ненужные нам здесь устройства, кроме нашего SATA SSD. Отлично, готово. Ну и давайте, друзья, проверим начинку. Для этого мне Вадим Очкин выслал новую утилиту именно для этого накопителя, именно для моей конфигурации материнской платы. И посмотрим, что же у нас здесь за чипы памяти. Итак, контроллер PS31 12S12, да, у нас определился, все верно. DRAM кэш у нас 256 мегабайт на DDR3 памяти, отлично. И чипы памяти Toshiba 112-слойные BX5. Также, как и на версии объем 256 гигабайт. Ну а теперь можем приступать к тестам. Для начала пусть наш SSD пройдет обкатку. Для этого запустим тест диска сначала на линейное чтение VIDA64 на нашем SATA SSD. А потом сделаем тест линейной записи. Всего объема, конечно же. Но пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего SSD. Контроллер Phison PS31 12S12, 3D NAND TLC чипы памяти, до 550 на чтение, до 530 на запись и 600 терабайт ресурса, но при этом всего 2 года гарантии. Тест чтения всего объема у нас завершен, 33 минуты он занял, скорость у нас средняя составила 515 мегабайт в секунду. Здесь практически ровная прямая, претензий по чтению нет, потому что SSD, да даже дешевые SSD показывают здесь хорошие результаты. Но давайте сделаем тест линейной записи и вот здесь-то уже посмотрим на всю суть нашего SSD. Итак, тест у нас подходит к концу. Мы с вами видим график, который уже поинтереснее того, что мы видели на тесте SSD накопителя объем 256 гигабайт. Кто не видел, обязательно посмотрите обзор. Что ж,
Да, у нас есть высокие скорости в самом начале, а потом скорости начинают колебаться, ну и в самом конце скорости у нас снижаются. В принципе, ничего страшного. Обязательно посмотрим, как это будет на тестах реальной записи. Сейчас закрываем тест AIDA64. Нам необходимо заново через управление дисками инициализировать наш SSD CBR Extra 512 гигабайт и создаем простой TOM NTFS. Ждем завершения форматирования. Отлично, выполняем команду trim через оптимизацию и через 15 минут переходим к следующим тестам. Кстати, максимальная температура во время тестов в AIDA64 у нас составила 39 градусов. Пока все вроде как хорошо. Ну и следующий тест, это у нас Crystal Disk Mark. Смотрим на скорости. И при заявленных 550 и 530 на чтение и запись получаем 558 на чтение, 524 на запись. Скорость у нас полностью подтверждается. При этом хорошее случайное 4К чтение 42 мегабайта в секунду. AES SSD Benchmark выдает 1185 баллов. Великолепный результат. Версия на 250 гигов у нас набирала 1170. В ATO Disk Benchmark у нас все в полном порядке, как на мелких, так и на больших блоках. Никаких претензий здесь нет. Смотрим, что нам покажет Adja Video Systems. Отличные скорости. На тесте 3D Mark накопитель набирает 1145 баллов. И это чуточку выше, чем у накопителя объем 256 гигабайт. Тоже экстра от CBR. Что ж, сворачиваем все наши синтетические тесты. Конечно же, показываю вам операции ввода-вывода, какие получил наш SSD. Так, отлично. Тоже все сворачиваем. И нам необходимо выполнить команду trim на нашем накопителе E через оптимизацию. Оп. Потому что через 15 минут приступим к тесту на реальную скорость записи. Ну а теперь начинаем копировать нашу любимую папочку рендер объем 100 гигабайт с видеофайлами. И смотрим, что же будет у нас по реальной скорости записи. Так, куда это у нас пропало окошечко? И смотрим. 505 мегабайт в секунду. 500 у нас до заполнения SLC кэша. Что ж, очень даже неплохой результат. Давайте смотреть, что же будет у нас дальше. Запись первой папки у нас подходит к концу. Как мы видим, скорость у нас снизилась до 350 мегабайт в секунду. И снизилась она после заполнения на 27 гигабайт. И это у нас и есть размер SLC кэша. Причем он получается у нас примерно такой же, как на SSD объем 256 гигабайт. Там у нас было 26 гигабайт. Продолжаем. В конце записи второй папки скорости прежняя. Вот SSD уже нагрелся до 41 градуса. В конце записи третьей папки у нас 42 градуса на SSD, а скорости прежние 350-360 мегабайт в секунду. Перед записью четвертой папки предлагаю сделать паузу, выполнить команду trim и посмотрим, что же у нас получится с SLC кэшем, с буфером. Изменится ли его размер и вообще поменяется ли что-то по скорости. Ну а теперь закидываем четвертую папку и смотрим, что же будет у нас по скорости. Так, 500 мегабайт в секунду скорость у нас вернулась, но как быстро скорость у нас просядет. И да, все это происходит спустя примерно 6-7 гигабайт записанных. Скорость у нас снова снизилась до 350 мегабайт в секунду, и буфер у нас уменьшился. Но к концу записи четвертой папки у нас ничего не меняется. SSD у нас, конечно же, из-за паузы остыл и начал потихонечку нагреваться дальше 37 градусов. Но скорость прежняя 350 мегабайт в секунду. Сейчас делаем паузу, выполняем команду trim и запускаем тест Crystal Disk Mark снова. Ну и при заполнении на 84% у нас нет никакого снижения по скорости ни линейным, ни случайным. Так что здесь SSD отрабатывает хорошо. Но заполнен-то он не совсем под горлышко. Поэтому давайте создадим папочку. Посмотрим, сколько у нас доступно места. 75. Я думаю, на 50 гигабайт надо нам еще раз заполнить наш SSD. Ну, вот так будет, я думаю, достаточно. И давайте сделаем тесты после заполнения снова. Какую картину мы увидим с вами там. Кстати, сейчас у нас скорость просела после заполнения нашего SSD примерно на 8 гигабайт. Да и скорость чуть попозже у нас просела до 160-170 мегабайт в секунду. Потихонечку идет вверх. Но я так понимаю, сейчас она будет здесь скакать.
Но в конце записи 50 гигабайт примерно у нас скорость 200 мегабайт в секунду. Ну а при заполнении на 94% у нас есть снижение линейной записи, когда случайное 4К и просто линейное чтение у нас остались, так скажем, на прежнем уровне. Да, случайная 4К чуточку снизилась, но здесь SSD показывается очень даже хорошо и гораздо лучше, чем версия на 256 гигабайт. Давайте подводить итоги. Ну что, тесты сделаны, результаты получены, и вот этот SSD объемом 512 гигабайт мне нравится гораздо больше, чем версия на 256. Здесь у нас все в полном порядке по скорости, да, у нас есть просадки, да, у нас есть буфер, который примерно 27-28 гигабайт, скорость до его заполнения 500 мегабайт в секунду, великолепно, скорость после заполнения снижается до 350 мегабайт в секунду, и только в самом конце, когда вы решите прямо вот максимально заполнить SSD, у вас скорость снизится до 200 мегабайт в секунду, и все равно это хорошо, и все равно это быстро и круто по сравнению с безбуферными SATA SSD. Заявленные скорости полностью подтверждены. Синтетические тесты говорят, что это действительно топовый SATA SSD накопитель, но есть одно большое но. Этот SSD стоит, ну, дороже своих конкурентов. Я понимаю, что здесь хорошая начинка. Я понимаю, что этот SSD, возможно, и предназначался как раз для продажи в госсекторе, где нужна надежность. Но, блин, ценник здесь, я считаю, завышенным. Можно найти конкурентов дешевле. Что же касается начинки, да, все подтверждено. Fison PS 3112S12, 256 мегабайт DRAM кэш на DDR3 памяти, ну и чипы BX5 от Toshiba, это у нас TLC 112-слойные. Ну и подводя итоги, в любом случае данный SSD, я думаю, должен заслуживать вашего внимания, если вы хотите купить хороший SATA SSD на хорошей начинке. Есть минус у данного SSD, и, по моему мнению, минус в том, что, ну, помимо цены, да, это, конечно же, срок гарантии, потому что 2 года за такую начинку, я думаю, это очень мало, этот SSD может гораздо больше. Ну и особо внимательно заметили, что у нас в процессе тестов здоровье нашего SSD снизилось на 1%. В этом нет ничего страшного, вот следующий процент замучаетесь ждать. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать, если вас устроит цена.